10 ноября сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник. Личный состав Управления Министерства внутренних дел по Тверской области успешно выполняет поставленные задачи, сохраняя лучшие традиции предшественников, постоянно совершенствует формы и методы работы, успешно применяя передовые технологии. Ежедневно сотрудники Тверской полиции защищают права и законные интересы граждан, пресекают и раскрывают преступления, проявляя мужество и героизм, беззаветную преданность своему делу и готовность в любую минуту прийти на помощь, укрепляя веру людей в торжество закона. Сотрудники органов внутренних дел Тверской области выполняли оперативные задачи в Демократической Республике Афганистан, участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в восстановлении конституционного порядка на Северном Кавказе. И сегодня тверские полицейские продолжают выполнять служебно-боевые задачи в особых условиях, в том числе в зоне специальной военной операции, показывая пример мужества, стойкости и высочайшего профессионализма. Охрана общественного порядка всегда во все времена была неотъемлемой частью самого общества. Полиция не стоит в стороне от нужд и потребностей государства. Служба в интересах гражданина нашей великой страны помогает развитию не только своего региона, но и всей России. Наш известный земляк, певец и композитор Леонид Телешев специально для вашего праздника написал песню, которую сегодня мы дарим каждому, кто посвятил себя профессии полицейского. 10 ноября, 25 лет назад, вышел в эфир и первый выпуск программы «Патрульная служба». Все эти годы мы были рядом с нашими правоохранителями и в силу возможности помогали вам в нелегкой службе. Над Тверью вечер зажигает вновь огни. У тверичей теперь домашние заботы. Пусть отдыхает город мой и видит сны. У полицейских продолжается работа. Граница есть добра и зла. Есть на границе этой стражи, и каждый, кто желает, чтоб жизнь спокойно шла, нам с благодарностью о них расскажет. Дежурным сменам заступить один приказ. Кто патрулирует, спешит на вызов кто-то. И незаметная для посторонних глаз идет привычно полицейская работа. Граница есть добра и зла. Есть на границе этой стражи, и каждый, кто желает, чтоб жизнь спокойно шла, нам с благодарностью о них расскажет. И каждый, кто желает, чтоб жизнь спокойно шла, нам с благодарностью о них расскажет. Thank you.